Привет, ты зашел сегодня ко мне на канал, в гостях у Павловны. Сегодня я свое видео снимаю на работе. Вы знаете, переболела больше 10 дней ковидом. Я писала в сообществе, но там сообщения удалились через сутки, поэтому не все знают. И многие задают мне вопросы в личные сети. Что, где ты потерялась? Видео, выкладывай видео. Но вы знаете, вот сейчас после болезни такая какая-то то ли осенняя хандра, то ли вот это все в стране такая ситуация. Абсолютно не хочется. Вот я уже третий год подряд заметила, что как сезон закрыть этот дачный сезон, и я вот именно болею. То ковид два года подряд, то так просто простываю. И огород-то не уходит в таком состоянии, в каком бы мне хотелось. И заготовки не все сделала. Так, что значит, вышла я на работу, вот уже вторая смена у меня. Как вы видите, очереди особой нет, и поэтому я начала вязать носки. Вот сегодня я уже связала вот так 25 сантиметров вот такую голяшку. Пряжа у меня деревенька, 100% шерсть. Вот она вот такая пряжа, деревенька, 100-граммовая. Стоит вот этот пакет, ой, стоит эта упаковочка 100 грамм, 160 рублей. В группах, везде в интернете, смотрю, блогеры подвязались. Прошел такой клич, что для наших солдат, которые в спешке, возможно, собирались на мобилизацию, не готовы и нет условий, возможно, это война, конечно, я понимаю, что нет условий где-то выстирать, поносили, выбросили, кто им там застирал эти носки. И многие блогеры, и вот вообще вот в деревне, вот где у нас дом, там тоже женщины в такой клич кинули, что свяжем солдатам носки, варежки. Кто не умеет вязать, покупает пряжу или готовые носки и отправляют посылки. Куда отправить, это, конечно, есть эти пункты. Но я вот купила 5 мотков такой пряжи. 2 мотка отправила дочери. Она, конечно, болеет, но руки у нее работают, и носки она свяжет, там сколько получится, я еще докуплю пряжи. Сначала нам надо своих солдат одеть, как говорится, у меня тоже есть и сын, и ну, зима впереди, несколько пар, 5 пар, наверное, надо связать, а потом уже буду это, потому что зима еще впереди, и думаю, я закажу, наверное, на Озоне эту пряжу. Может, подешевле. Ну, посмотрю, еще на рынке вот бывает, что частники торгуют где-то с Кавказа, там у них шерсть подешевле была те года. Посмотрю, сейчас, возможно, конечно, уже ценник подскочил. Рекомендуют вот вязать голенище, чтобы не натирали, допустим, берцы, не меньше 25 сантиметров. Я померила, знаете, это удобно, пряжа хорошо растягивается на ноге. Я как бы девушка-то не мелкая такая, хорошо, очень неплохо. Но не взяла я, у меня есть капроновая нитка для пятки, для укрепления пятки. Сейчас бы надо переходить к пятке. Время есть, как бы я еще не закрываюсь. И я, наверное, начну оторву нить и начну вторую голяшку вязать. Хотелось, чтобы пару связать за рабочие сутки. Дома абсолютно некогда вязать. Я не в ущерб работе это делаю. Я утром пришла, посмотрела что-то, новый товар. Где-то посмотрела, поправила выкладку. Я не в ущерб работе это все делаю. Так что думаю, что ничего страшного, если я свободна от работы время.
буду вязать носки. Ну, наверное, надо уже выходить из этой осенней хандры и потихоньку снимать видео. А что, вот ездила выходные я на дачу. И некогда снимать, абсолютно некогда. Перетаскивала курочек в теплый курятник. Это все время. Муж, конечно, морковку выкопал, свеклу выкопал, прибрал. Под чеснок вскопал. Чеснок еще не сажала. Так что теплицы тоже уже я освободила. Теплицы, остатки там все вырвала. Ну вот будут выходные, там посмотрим, что как. Все, я отработала. Зайду в Магнит. Нужно хлеба купить. У нас прямо осень и осень. Все бабье лето я проболела. А сейчас уже и снежок пролетал. Время вот 7:30 вечера. Такая темнота. Ну, в городе-то светло. 5 минут, и я дома. Вот день прошел. С работы и напекла блинов. Молоко у меня было. И все остальные составляющие. И тесто завела на перепелиных яйцах. Быстренько на 2 сковородках напекла. Все, будем с внуком сейчас чай пить с блинами. Ну, надо, да, все, выходить из депрессии. Не из депрессии, а вот из хандры, из такой надо выходить. Беру себя в руки, выхожу. А сейчас всем говорю пока. Заходите ко мне на канал. Понравилось, если ставьте лайки, поддержите.